6 дней в Юргинском районе работала бригада врачей. В рамках проекта «Здоровое село» местные жители могли получить консультацию узких специалистов и пройти необходимые исследования. Первыми медиков встретили в селе Володино. Временный пункт приема пациентов открыли в сельском доме культуры. Проект «Здоровое село» уже реализован в нескольких районах юга Тюменской области. Глава Юргинского Виктор Васильев лично побывал в селе и пообщался с местными. Основная цель этого проекта, конечно, это оздоровление населения. Это, конечно, в первую очередь раннее выявление заболеваний, которые, к сожалению, сегодня бывают. И поэтому, чтобы уже население могло правильно лечиться. Все сельские поселения Юргинского района будут охвачены. Также работают еще и в районном центре бригада. По расписанию по деревням поедем. Большой бригадой это и терапевт, и хирург. Также два узиолога, невролог, эндокринолог, кардиолог.